Доброе утречко. У нас сегодня планы. Воскресенье. Готовимся. Несколько моментов. Первое. Wonderland. Ну, у нас же season pass, поэтому не походить на горки это неправильно. Второе. Димку готовим к сдаче экзамена, поэтому Wonderland везет он нас. И третье. Я достал из заначки старую добрую камерку Соньку. Попробуем снять на каком-то диком аттракционе какой-то контент, потому что Лиза все время закрывает глаза. Может, это ее спровоцирует не закрывать глаза. Так что вперед. Можно еще машину помыть, кстати. Лизкин. Понеслась. Вот оно. Начнем с этого. Детские горки. И по нарастающей. Камера готова. Мы готовы. Приехали. Да, хорошо отработала камерка. Вечером будет вам контент с нашими криками. Жесткая горка туда-обратно. Уф. На сегодня у нас вообще тур по жесткачу. Обещали, что какой-то пипец, спрятанная горка, а мы ее найдем. И первая, которая самая жесткая, мы ходим в первом ряду. Она, по-моему, одна из самых высоких тут, но и дольше всех. Вот она, вот она, да, 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 вот она, вот она, вот она, вот она. Там надо повисеть немножечко. Вот, оттуда мы хотим с первого ряда посмотреть на это. И ушли под землю. Адреналиновые наркоманы меня таки засунули на жесткую горку. Колесики надежные или... Мы здесь катались уже, поэтому надежно, так что через полчаса будут наши растрепанные рожи. Но тут атмосферненько. О чем мы, собственно, рванули сразу сюда, потому что в прошлый раз это все забито было. Вот там длинная очередь, и все, мы сейчас прошли. Сейчас 20 минут, 30 минут, и мы поедем. А так, вообще, да, очередь вот тут должна начинаться, проходить через все эти турникеты. Вот те турникеты. Аж такой себе легальный лайфхак. Прикольный вот такой. Дикий-дикий. Здесь динамитом торгуют. Куда, 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 куда? Вон туда поедем. Камеру отобрали изверги, но это было правильное решение. Уж очень сильно там тарабанит. Ну, как-то так, да. Найдена секретная горка, на которую ты лежа в нее заходишь. Нет, заходишь как раз стоя, но потом тебя крутят. Ага. Ее почему-то нет на карте Вандерленда. Да ладно. Но туда, наверное, камеру разрешат взять. Где там? Во, вот так вот поднимаешься по лесенке и полетели. Да. И погнали. Все, закрыли, никуда ты не денешься. Понеслась. Жесть. И такой конвейер не останавливающийся. Ой, и что я вам скажу? Или мы зажрались, или реально... А, какая-то она жесткая. Блин, это горка. Камеру не разрешили взять, да и хрен с ней. Там что-то как-то так упираешься, распираешься, так дергает. А, у меня аж спинка начала побаливать. Не надо. Фу. Отсюда у нас новостей нету. Занесло нас на Левиафан опять. Да-да-да, осталось чуть-чуть, и мы поедем на вот такой вот кабинке и вот туда. Но у нас своеобразный рекорд. Две мегагорки за один визит. И всего час в очереди. Детский сад. Наркоманам адреналиновым надо увеличивать дозу. Мы в первом ряду стоим в очереди за ребятами. Эти готовы. Лиза пока что не очень готова, но ее никто не спрашивал. Так что да, запрыгнем туда. Да, вот эти вот самые психи-психи. Короче, испортили мы себе, конечно, впечатление от всех остальных горок, покатавшись на мегагорках в первом ряду на первой кабинке. Это жесть. Там счастливый народ, я тоже в восторге.
пришлось даже второй раз купить фотографию там. Но прикольно, прикольно. И еще ждет видео с нашей поездки на вот туда, куда разрешили камеру брать, потому что на этих горках не опасная фигня. По выходным мы подрабатываем инструктором по вождению у всяких дживанов. Один из сложных стопов. Ну давай, 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 погнали, 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 погнали. Смотри на твою деловую колбасу. Понеслось! Ой, по-моему, мы назад сейчас как поедем. Лиза!